Один из важнейших этапов их жизни уже позади. Девушки в модных платьях, а юноши в красивых костюмах получают заслуженные награды. Они приложили титанический труд, чтобы на выходе остались титановые оценки. Никита Романов 11 лет радовал маму и папу успехами в учебе. Теперь выпускник счастлив сам. Я чрезмерно рад, это очень важный момент в моей жизни. Я стремился к нему целых 11 лет, и я добился своей цели. Я очень счастлив, хочу сказать спасибо своим родителям, своей школе, своим прекрасным учителям. Спасибо большое, я очень рад. Кто-то из выпускников еще не решил, в каком вузе продолжит учебу, а кто-то уже определился не только со студенческим будущим. Я очень благодарна школе, я очень рада тому, что дошла к этому. Планирую поступать в БГУ. По направлению изящное искусство. Что еще хочешь? Какая мечта в жизни? Хочу подарить папе машину. Лучших выпускников города приветствовали мэр Руслан Болотов и председатель Гордумы Евгений Стекачев. Кстати, среди медалистов дочь главы иркутского парламента. Всего отметили успехи 385 человек из более чем 60 школ. Слава Богу, что именно такие родители у вас есть. Будьте им благодарны и... У вас еще многое в жизни получится, и вы должны всегда знать. Это та гавань, то место, когда, где вас всегда любят, ждут и всегда поддержат. И опираясь именно на своих родителей, вы добьетесь еще большего в жизни. Учиться 11 лет, не давая себе права ни на один прокол, это очень большая заслуга. Сдать один раз экзамен на отлично – это несложно. 11 лет самому себе доказывать, что вы лучше – это очень дорогого стоит. Это очень сложный был отрезок вашей жизни, на который вы получили отличную отметку. И я бы хотел вам всем пожелать, чтобы по жизни дальше у вас все было так же легко, но посредством ваших усилий. Впереди вступительные экзамены и новые испытания. А пока у вчерашних школьников выпускные балы и 2 месяца перед долгожданным студенчеством. Александр Гаврилов, Иван Прокудин. Новости сейчас.